находится в неадекватном состоянии, вызванном тем, что он мертв. Не-не-не-не, пусть поговорит. Да-да, по первому вопросу насчет этих 3000 я бы с ребятами сам разобрался. А вот по второму вопросу, Италия, вот это вот все, ты зачем мне гениталии дал, а? Молчи, Светка. А у тебя какие-то возражения? Ты зачем сделал так, что я все время хочу, а сам сказал «нельзя»? Я понимаю там «не убей, не укради». Я это понимаю. От этого другим плохо, а не прелюбодействуй. Почему? Так вы признаете, что прелюбодействовали? Действовал. Прелюбовал, дорого было посмотреть, как я действовал. И... А кому от этого плохо, а? Мне хорошо. Тем, на кого я действовал, вообще прекрасно. Да видел я! Да ладно вы, а Светке, если бы вы ей не сказали, она же не знала, значит, ей тоже было хорошо. А я люблю ее, я люблю тебя, Светка! Я ей цветы иногда приношу, мелкие подарки такие, приношу мелкий подарок, на тебе мелкий подарок, говорю. Просто иногда. Светки, говорю же, баба. Ну все, 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 все это уже демагогия, да мне уже все ясно. Что вам ясно? Страшный суд, самый гуманный суд в мире. Господа, однажды Мартина Лютера Кинга спросили. Так, вот. Сиди. Послушайте про Мартина, про Лютера. Всем встать для вынесения...